Нашел достаточно простое решение, как сделать минимальными усилиями подсветку, не разбирая панель. Есть переходники для прикуривателя. Как мы видим сейчас, если выключить освещение, то у нас лампочка это фактически ничего не дает. Что делаем дальше? На AliExpress есть вот такие вот переходники на USB от прикуривателя. Сейчас мы его подключим. Ну, как видим, что лампочка работает совершенно по-другому. Ну вот у нас переходник включен. И вот мы видим, насколько идет освещение. Даже хватает до заднего сидения. Не надо никакие там светильники покупать, искать куда подключать. Достаточно простой переходник на USB и хорошая индикация. Вот и все.